Давай, расскажи мне. Вот. Дело в том, что это первое реально техническое устройство, которое я видел за все отборы. Угу. Значит, суть такая. Это, во-первых, очень точно соответствует постановке. Угу. Это автономный исследовательский модуль. Ух ты. Вот. Дело в том, что он действительно исключительно внутренними ресурсами производит определенные измерения. Угу. Он производит измерение давления. Угу. Измерение давления атмосферы внутри корабля. Значит, под преувеличивающимся давлением, естественно, объем шара изменяется. Вот. Угу. Поскольку он, автор, прилепил к шару линейку, угу. ну, то есть создал, в общем-то, там, измерительную систему, то ну, действительно, при изменении давления, и мы можем оценивать изменение объема шара, угу. и, соответственно, там, изменение давления фиксировать. Круто. А внизу что это такое? Внизу он, поскольку это, ну, вообще модуль исследования атмосферы внутри корабля, он сказал, что можно исследовать конвекционные потоки. Угу. Ну, то есть... Угу. Как ты понимаешь? Слушай, оно даже хорошо крутится, а не отрывается, как у всех остальных. Да, нехитрым, в общем-то, способом. Можно забрать мобильник, да.